турецкий бронеавтомобиль МРЭП Кеорпе «Ёж». Это легенда с более высоким уровнем защиты в категории противоминно-стойких автомобилей. Бронеавтомобиль выпускается в нескольких вариантах: Кеорпе 4х4, Кеорпе 2, 4х4, Кеорпе 6х6 и Кеорпе 4х4 Ambulance. По тактико-техническим характеристикам бронированный корпус Кеорпе обеспечивает защиту экипажа от бронебойных боеприпасов и обломков артиллерийских снарядов. Машина оснащена противоминно-взрывоустойчивыми сиденьями. Кеорпе 4х4 способны вместить до 13 человек личного состава, включая водителя, пулеметчика и командира. V-образный корпус Кеорпе сделан из стальной брони и может отражать взрывы мин от машины. Он обеспечивает защиту экипажа от бронебойных снарядов, мин, самодельных взрывных устройств и других баллистических угроз с танак уровня 3. Бронеавтомобиль Кеорпе имеет бронированную кабину монококового типа, оборудован системой GPS, камерой заднего вида, автоматической системой пожаротушения, 4 амбразурами для ведения огня из стрелкового оружия и 4 пуленепробиваемыми окнами на каждой стороне отсека. На крыше бронеавтомобиля Кеорпе предусмотрено место для пулеметчика. В арсенале вооружения имеется пулемет калибра 7,62 мм или 12,7 мм. В машину можно интегрировать систему вооружения с дистанционным управлением. Мощность двигателя 370 лошадиных сил. Максимальная скорость до 100 км в час. Запас хода 800 км. Основное предназначение – переброска личного состава.